Ну, к сожалению, да, вот сейчас, вы знаете, проблема еще общества есть такая, как недоверие ко всему. Есть как и действительно настоящие благотворительные центры, я верю, что они есть, они помогают. А есть те, которые просто тупо занимаются вытягиванием денег у людей. Разобрать порой, кто из них кто, невозможно, потому что, как правило, вам на словах все объяснят, какие мы молодцы, какие мы замечательные люди. Вот, опять же, там подтасовать факты они тоже могут. Мне кажется, все равно нужно заниматься благотворительностью. Все равно нужно как-то вот хотя бы пытаться помогать отдельным людям. Ведь сколько у нас, вот мы живем в одном доме, да, во дворе. И вот сколько людей во дворе, вот людям во дворе требуется помощь. Вот такая вот прям. Подойди и дай. И не обязательно идти в благотворительные организации, которые рисуют. А вон у нас там в таком-то городе и страшные вот эти фотографии несчастных вот этих детей по всему интернету. Там просто невозможно, особенно женщине, которая является уже матерью, ей невозможно смотреть спокойно на эти фотографии. И становится плохо, и ей хочется, не знаю, весь мир перевернуть, но как-то помочь этому ребенку. Вот. Мне кажется, что все-таки в вашем родном городе, в вашем родном дворе, может быть, в соседнем, всегда существуют вот такие же самые, не фотографии, а просто больные люди, которым требуется ваша реальная помощь. То есть нужно больше, если вы хотите помочь, вам нужно находить этих людей, либо они сами вас найдут. Вот и все.